как зарабатывают. Вот. Я сижу, сажаю фисташки сейчас. Я изучал, изучал, изучал очень много. Сейчас сажаю фисташки. Кто из вас хочет, чтобы я вас научил этому делать? Знаете, секрет скажу вам. Хотите знать секрет? Одна дерево фисташка лучше, чем весь торговый центр, который вы детям оставите. Я объясню. Хотите, объясню? Потому что одна дерево живет 400 лет. Я делаю огромную работу, чтобы полностью принести некие изменения в этой стране к реальной его экономике. Я вкладываю, делаю, делаю, много работаю, очень много делаю. Хужанде точно это не растет, потому что жара нужна. А, да, это очень тяжело. Вот это Хужанде мы построили Рустам Джоном. Вон там дом нотариуса. Где нотариус есть напротив нотариуса? Кто из вас хочет купить центр Хужанде квартиры? Купите у меня, пожалуйста. 5-6 квартир у меня осталось. Со мной будьте соседом. А вы знаете, что самолет летишь ради того, что летит рядом с успешными людьми, бизнес-класс покупаешь. А отличается только скаменька и стакан сока. Но стоимость в 3 раза дороже. Так или не так? Так что будьте со мной соседом. Я там 10 этаже себе оставлю, я там буду жить. Потому что весь город, понимаете, как будто на ладони. Вот так смотришь. Это так хорошо там, это вообще круто. Утром, когда рассвет или закат, это рай. Честно скажу, это настоящий рай. Вот там так красиво оттуда, когда смотришь. Это весь Сырдарьё. Как это, знаете, необычный пейзаж там. Это очень красиво. Так что, 5-6 квартир у меня есть. Подойдите ко мне, я лично сам продам вам. Вот. Один из моих бизнесов вот это. Они по всему Казахстану. Я продаю очки. А очки начинают оптика, заканчиваются все брендовые, все, в общем, все есть. Вот. А этот бизнес я строю сейчас в России. Потому что у меня здесь абрикос есть, фрукт есть, овощи есть. Эти магазины я строю по всему Россию. Я планирую таких магазинов для 3000. Начиная по России, по Европе, до Сингапура, Малайзия, везде. А потом здесь каждому диахану таджику скажу, давай, дорогой, сюда. Потому что этот бедный диахан не может превращать свой труд в нормальные деньги. Замучились просто. Так или не так? Это очень важно. Люди будут однажды, когда видят это, сразу будут запоминать. О, вот она, натуральная продукция из Таджикистана. Вы когда-нибудь это увидите, иншаллах, скоро. Слово, когда люди слышали таджикистанскую продукцию, они должны ассоциироваться. Натуральный хлопок, натуральный камень, натуральная вода, натуральный. Понимаете, все должно быть натуральным. Это единственная вещь, которой мы можем позиционировать себя и помогать своему народу навсегда изменить восприятие и навсегда повлиять на экономику. Кто меня понял? Видите, я не только говорю, я это делаю. Просто стойте рядом со мной и делаем. Надо это делать. Пошагово, потихонечку пойдем. Это мой ресторан в Астане находится. Как я делаю бизнес? Сначала делаю одну, потом изучаю все его проблемы, а потом его делаю много, масштабирую. В этой книге вы найдете много. Кстати, завтра у нас сойдем, у нас когда тренинг по этому поводу? Завтра 2 тренинга буду вести. Первый тренинг я буду говорить, как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев. Это для массового народа. Хоть ты студент, хоть учитель, хоть кто бы ни, идите на этот тренинг. Как за 18 месяцев добиться финансовой стабильности. Оно очень сильный тренинг. Кто-нибудь из вас был на этот тренинг? Как обустроена модель счета управления семейным бюджетом и так далее, и так далее. 1, 2, 3, 5 человек всего оказалось. Несколько человек было. Пожалуйста, кто из вас не был, идите на этот тренинг. Она очень сильно поможет вам. Вот. А у кого есть бизнес, и кто хочет открыть бизнес, идите на вечерний тренинг. Это как добиться, вот. Это для бизнесменов. Вот это тренинг для бизнесмена. Идите, пожалуйста, на этот тренинг. Вот.
Это что? Это стоимость. Это сколько будет в долларах? Ни в одном мире такие цены у меня нету. Люди со мной, чтобы час разговаривать, платят $500. На такие деньги, чтобы мультимиллионер обучал вас, это издевательство. Идите, пожалуйста. Я с удовольствием хочу несколько среди вас помочь построить несколько компаний. Понимаете, я ищу среди вас 10, 20, 30 людей, которого могу реально научить, чтобы в протяжении 10 лет иметь стратегию, хотя бы 10-20 нормальных компаний построить. Я же не могу всем, можно сказать, жизненный хват всем помогать, но 10-20 точно же можем сделать. Правильно? Аллах даст. Если, представьте, если 10 человек я обучаю, 10, то есть если я обучаю 100 человек, 10 из них откроют хорошую компанию, может быть, из этих 10 двое или трое создаст компания, которая по 5, по 10 тысяч человек будут работать. Здорово же. Это огромные достижения будут. Это очень хороший результат даст. Поэтому вот так. Вернись туда, бачам. Я хочу продолжать, где я был. Вот. Поэтому идите на завтрашние эти тренинги, чтобы это знать. Один из моих бизнесов – это ресторан. У меня в Астане ресторан. Сейчас Назарбаев напротив меня сидит. Раньше он сидел в другом месте чуть-чуть. Сейчас он сидит прямо напротив моего ресторана. Я отсюда выхожу, как сдать, вот знаете, как выглядит? Вот это, скажем, это Джавони, ту сторону остановка ЦУМ, да? Вот такое расстояние Назарбаев сидит напротив меня. Вот, очень хорошее место у меня, ресторан, он шикарный. А это мои магазины, они по Узбекистану и Таджикистане только запускаю. Один есть только в Таджикистане пока, будут в ближайшее время их много. Я продаю техники. Техники, бытовая техника, в общем, все продаем. Вот так. А это мой другой бизнес, мы продаем только брендовые одежды. Только брендовые одежды продаем. Это Nike, Armani, Hugo Boss и так далее. В общем, такие. Вот так. Только этот, как называется, господи. В общем, ты мне пульт заблокировал. Пульт. О, все, да? Остальных ты не хочешь показать. Ну ладно, он не хочет, все. Вот. Дальний момент. Мне удалось использовать то, чему пытаюсь вас научить, 23 компании. Все, да? Остальных ты не хочешь показать. Ну ладно, он не хочет, все. Вот. Дальний момент. Мне удалось использовать то, чему пытаюсь вас научить, 23 компании. Худо-бедно, они же работают без меня. Кто понял? Если вы умеете водить машину, умеете этого научить кому-то, правда? Мне Аллах помогает, ребят. По-другому просто невозможно это делать. Поэтому, если вы хотите стать преуспевающим компанией или преуспевающим человеком, я вам скажу один секрет. У вас должно быть очень-очень чистое намерение. Нять и тоза будонаш таркор. Работайте над качеством своих намерений. Я заметил, что за поведение любого человека стоит его намерение. Повторяю, за поведение любого человека стоит его намерение. Работайте над качеством своих намерений, чтобы она была направлена на благо общества. Когда вы работаете на благо других, не ради алчности, не ради себя, Аллах начинает вам помогать. Ваша цель станет цель Аллаха. Цель Всевышнего, потому что Всевышний создал этот мир красивым. Поэтому это как чудо выглядит. И сама эта жизнь, его духовный принцип, знаете в чем? Послушайте внимательно, вы меня поймете. Его духовный принцип так. Жизнь дает шанс только тем людям, которые больше дают, чем берут. Например, среди все живое существо на этой земле больше всего от жизни забирает человек. Посмотрите, ни одно дерево свои плоды сам не потребляет. Ни одна река свою воду сама не потребляет. Ни один цветок свой аромат не использует.
они все играют роль дающего. Дерево дает, даже трава дает. Понимаете, они дают очень много, а ничего от жизни не берут. Кто начинает меня понимать? Понимаете, они создадут жизнь в этом мире, украшают его. Однажды я понял, что оказывается процветают только те люди, которые по такому принципу живут. Они стараются больше давать, чем берут от жизни. Заметили, что женщина, которая только ждет от мужа и ничего не дает взамен, рано или поздно ее семья распадает. Я много консультаций даю. Женщина, которая только ждет подарки, внимания, на нервах действует, только о себе думает, своей косметикой и своей зеркало, рано или поздно она остается без мужа. Заметьте, что человек, работник, который приходит на работу и только о себе думает, о своих заботах, проблемах, и не заботится о компании, которая ему работу дал, остается без работы. Понимаете? Заметьте, что бизнесмен, который не думает о выгоде своего потребителя, не думает о ценности, выгода своих клиентах, работает только, чтобы карман набить за их счет, он банкротится очень жестко. Заметил госслужащий, который пришел на работу лишь бы, чтобы успеть хватать, он останется очень скоро без работы и полно проблем. Потому что жизнь не обманешь. Заметил, что процветает среди моих учеников. Вот видите, миллионеров я вырастил. Только те, кто эту духовную ценность осознает, работают над тем, чтобы больше отдавать, нежели брать. А теперь внимание, братья. Сама жизнь устраняет те, которые много берут. Сама жизнь, она очень построена на правила справедливости. Их просто медленно устраняет. Знаете, кто кому дает шанс, возможность, сама жизнь? Это тем людям, которые намерены честные. И они это делают не ради только себя, больше ради общества, ради других. Они начинают просветать. Потому что сама жизнь способствует. Появится для них шанс, появится для них возможность, появится для них людей, которые это помогают. Я этим что хочу вам сказать? Воспитывайте себя. Не пытайтесь воспитывать политиков, не пытайтесь воспитывать общество, воспитывайте себя. И даю вам полную, можно сказать, слово, что если вы правдивы в сердцах, Аллах оправдывает вас. Точно так же, как оправдал Ибрагима, когда прошел Ибрагим через огонь. Точно так же, как оправдали Юсуфа и других. Если вы правдивы.